Театральная терапия. Благодаря проекту «Особые, разные, равные» чебоксарские школьники с ограниченными возможностями здоровья попробовали себя в роли настоящих артистов. Театральная мастерская студия в Чебоксарах заработала в мае прошлого года. Ее организаторы – Союз женщин Чувашии и Республиканский театр кукол – вошли в число победителей конкурса фонда президентских грантов. Давайте прогнем. Каждая встреча кукольников с детьми начинается с такой логарифмической, пальчиковой и мимической разминки. Артистам важно развивать силу голоса, работать над дыханием, укреплять мышцы лица, чтобы в зале слышали каждое слово, произнесенное со сцены. Особое искусство – оживить куклу, чтобы зритель поверил, с головой окунулся в сказку. В спектакле хотел играть медведя, а это мой новый друг. Он хороший, добрый, красивый. Как ты управляешь этим медведем? Ну, тут вот есть это для головы и вот тут вот для того, чтобы ходить. У этих детей особое детство. Им часто приходится преодолевать свои страхи, боль. Такие занятия помогают им почувствовать себя увереннее. А затем и лучше адаптироваться в любом коллективе. Арт-терапия – это не только лечение искусством в прямом смысле слова. Это радость творчества и общения. Радость, которая дает силу жить. Действовать даже тем, кто обделен здоровьем. Искусство, играющие куклы, будут овладевать не только дети, но и их родители. Самое интересное, что дети наши особенные, и поэтому кому что понравится. Кому-то понравится, возможно, быть декоратором. То есть прекрасные костюмы придумывать и рисовать, или там, допустим, деревья, реки, горы, все, что нужно для спектаклей. А кто-то будет действительно владеть куклой и станет настоящим актером во время наших спектаклей, а кто-то будет придумывать пьесы. Сейчас репетиции идут каждую неделю. До премьеры остается всего месяц. Первый инклюзивный спектакль можно будет увидеть уже в марте в Чебоксарской начальной общеобразовательной школе номер 3. А затем маленькие артисты отправятся в гастроли и выступят и на других площадках. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.